Тебя, могли познавать Тебя. Спасибо Тебе за это.
И самое ценное, что мы имеем сейчас в нашем сердце, это Твоя жертва на Голгофском кресте. Это кровь святая, которая омывает нас, которая дает прощение и наполняет смыслом нашу жизнь, Бог. Спасибо Тебе за нее, за эту жертву. Мы благодарим Тебя от всей души, всей церковью. Молимся о том, чтобы те, кто не знает Тебя, те, кто еще колеблется, те, кто еще не принял решение идти за Тобой до конца и не сдаваться, чтобы Ты коснулся их сердец, Господь. Благослови каждого, с кем мы соприкасаемся, чтобы нам быть апостолами Твоими, чтобы нам быть Твоими учениками, теми, кто несет Твой свет. И научи нас долготерпению, вере твердой. Научи никогда не сдаваться и продолжать нести Твое Слово, даже когда ничего не получается, не видно никакого плода. Сеять не ожидая, что уже завтра все прорастет. Но уметь ждать, уметь поливать, уметь ухаживать за тем ростком, который, может быть, только проклевывается. Господь, каждому из нас дай это глубокое чувство ответственности за каждое слово, которое мы говорим, за каждый поступок, который мы делаем, чтобы мы могли осознавать, что мы, как Твои дети, мы приносим славу своему Отцу. Мы те, кто призваны нести свет, и научи нас быть этим светом ярким, чтобы он освещал дорогу не только нам, но и людям вокруг нас, чтобы все вокруг менялось, когда приходили мы туда, чтобы люди ощущали Духа Святого, который живет внутри нас, чтобы мы исполнялись им и могли делиться дарами его с другими людьми для созидания Церкви Твоей. Господь, пускай это будет сутью нашего христианства. Любить других самоотверженно и до конца. Во имя Твое. Слава Тебе, Иисус, за милости Твои.
И мы ищем лица Твоего, Господи. Сейчас перед молитвой, когда мы по нашей традиции, по двое, чтобы служить друг другу, собираемся, мы ведь тоже ищем лица Господне. Я прочитаю два места об этом. В нашей жизни мы во всем ищем лица Господне. 33-й псалом. Хочет ли человек жить и любит ли долготенствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли и память о них. Взывают праведные, и Господь слышит и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Перед молитвой, как когда мы обратимся друг к другу, чтобы благословлять друг друга. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего». Пусть в молитвах ваших сейчас будет поиск лица Господня. Когда вы пристанете друг перед другом, лицом к лицу, вы окажетесь перед лицом Господним. И все, что вы будете говорить в молитве друг о друге или друг к другу, это будет перед лицом Господним. Господь слышит вас. И от всего сердца перед лицом Господним благословляйте друг друга, чтобы благословение Божие было на твоем брате или сестре. Благословляйте от всего сердца, потому что вы пред лицом Господним, и его очи обращены к праведникам, его уши направлены, чтобы слышать молитвы ваши. И сердце ваше говорит в молитве: я буду искать лица моего. Подвое, обратитесь друг к другу, найдите